Соответствующие соглашения были подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале. За полгода в крае уже стартовала часть крупных проектов. Началось строительство сыроварни, заложен фруктовый сад, идет модернизация цеха по производству растворимого кофе. На некоторых предприятиях начался монтаж оборудования и подключение к инженерным сетям на предприятиях. Губернатор отметил, что в этом году на форуме было заключено 18 соглашений о сотрудничестве и почти 200 протоколов о намерениях. Каждый проект – это дополнительные рабочие места, вклад в экономику края, налоговые поступления в бюджет, поэтому реализация всех заключенных соглашений будет находиться на моем личном контроле. Мы научились разрабатывать реальные проекты, избавились от ненужных и экономически неэффективных. Как результат, количество расторгнутых соглашений сократилось с 50 до 20%. Общий объем предполагаемых инвестиций – 242 миллиарда рублей. В этом году бизнесменов заинтересовала отрасль строительства, сельского хозяйства и ТЭК. Кроме того, выросла сумма, которую инвесторы готовы вложить в промышленность, транспортную и социальную сферы региона.